Не, плечо у меня на руке соток. Я плащ думаю. Пока ты думаешь, я уже спиздил. А я их даже еще не зародил, так что ничего Не. спиздил. Ой, Опа, вниз. умираю, Жень, умираю. Хрен тебе. Падайте, ребята. Упал и поехал наверх. Мы же его не поднимем на лифте. Упал, блядь. Лёг, вставай. Мы тебя не поднимем на лифте, реально. Упал танк. Это камень, блядь. Чё, мне вряд ли, да? Не, ладно, нахуй. В смысле? Два танка же? Длинный плащ лича. Выиграл Серафим. Армс через интеллект. Ну да, ну вот чудо, конечно. О, Леха подлизывает. Патроны будете пить? Ну, так у нас у меня есть 42 все, минуты. Да, сапоты есть, отлично. Полчаса еще. Кого-то, да. Не все время времени на сапоты. Тут это жуки, когда в центр сходят с танку, там у них не пиздаешь. Ну да. Мак, надо крик, Мак, Мак, залетай, Мак. Да на него не сагрится. Так ну, двери закроются уже. Не закроются. Нет, не закроются. Мы уже так все не хотим. Да. Правда там, блядь. Этот да, уже там не Лемос, так да. Кто там, блядь, роется в кишках этих мобов? Я. Yeah. Аккаунтом опять, блядь, ну да и... Снимись мне ты... ветку. Тебе не нравится там, да? Опа, быша, челы. Быша против быша. Ёп, быша, отходите отсюда, отходите. Я знаю, я просто на поле уйду, типа, на тебя. Лёха. Лёха уже Ваня. Лёха, блин. Лёха, стол лепёх. У них быша без КД, я так понимаю. Бля, вот он мне так навалил. На БГ фул ротации. Ваш пауки. Он Оскар и Гер на этой неделе не будет, да? Ты прям так Кару Гер хочешь? Прикольное место, блин, мне там нравится. Блядь, ты серьезно, тебе это нравится? Он пока Лепольду не выбьет. Нет, мне тоже там ноги нужны на кота. Я даже Кару обычку не люблю, бля. Не, Кару так-то по себе прикольно. Там минус то, что трэш жирный. Да, там чисто из-за этого. Тактики интересные. Я все куколдовский рейд. Да, Леха, Кару куколдовский рейд, но ты оттуда хочешь дробяш. Ну все, значит, next Кару не идешь. Сделал. Или признаешься, что ты кукол. Он и так знает, что он кукол. А, еще не открыть. А, вон спустились. Крик на ап, дай, Серафим. Какие же? У меня нет крика на ап. Ой, вон 4 минуты уже висит. Блин. Чуть не умер. Тебе не дерево.
блядь, довольны. Или до того, как там чемпионом брали. Я дотки развешу. Заранее. Ну и трипы тебе заранее подошли. Ну это да. Ой, игрушка. Вот. Тебе обезьянка. А у меня такая есть. Что, до сих пор не открыла? Ну должна, вот это последняя была прыгнуть. Еще почти. Она всегда рандомно открывает. Ну, сейчас милки еще идет. Сними меня метку. Зачем? Неприятно. Снять тебе. А сколько стоишь? Дороже ты. Не потянешь. Тебе да. Главное, чтобы ты был дороже. Не поднимешь его, Женя. Вы не обзывайте мою пандареночку. Да нет, ты что? Надеюсь, это минуты никак у Серафима. Да, ты хилишь соло, так она дошла. Да ладно, про хилю не будете. Сразу мне в ней песню забывай. Че, вы все сдохнете? Бля, вот тут на роге я как дал 40 тысяч. Так, дотки я не буду, заранее вижу. В смысле, ты тут на роге был? Саня, ты, да. Ты в танке? Расчистили. Да. А трэш почистили чисто. Да, и ушли для репы. А я тут сдох, кстати. Да. Я пошел лагрить вот. Этих дракончиков. Вот, вот, смотри, ты лучше учись, как их надо в один фрейм собирать. Все, следующий. Вот а, я иду к вам, я иду к вам, веду их, а вы мне говорите, идите как на. Что мне делать? Долг. Минус один. Ясно. Алка, они там скинули все по одному удару. Не, они сжирают вообще, блядь. 2к ему надо мать. Ебать! На из ДПС! 65к. Ой, мой РПЛ бы тут выбил. Твой РПЛ бы тут, ебать, сдох. Да я лучше. Эко, мы видим, эко. Эко, мы видим. Я псолу пыль. После раза мутите. А тут ему мут? Я его не мутил. Какой мут? У него мут был. А то нахуй? А что? Ооо. А ты не знаешь? Я его для себя замутил, ну ладно. А зачем? Бесит. Лично неприятно, ладно. Каска спросила его, неприятно. Перед тем, как это попросить у него каску, вы подумайте, а заметит ли он вас? Надо, походу, права привезли. Да? Да, Саня? Ну, больше меня в этой гильдии не увидит. Ебать, я за одной каски с гильдии живу. Охуеть, такое вот тебе рекомендательное письмо напишу на следующий день. Да? Не дал каски и не вру. Так, чё? Корни по КД давай. Блять, не игра. А, всё, разве. Так он в одного. А, я контролирую. Корни, да? Даю, даю. Тогда держи, его... когда 20 секунд опять обновляешь. Так бейте, милик, чего стоит? В 20 секунд обновляешь. Обновляешь. Закончились. Да-да-да. Все, обновляю, сейчас летит. Плохо. Нормально. Да он улетит просто. А он все сейчас кидать будет. Он уже. Да нас. Ебать. Далеко. Теперь ты его в воздухе держать будешь. Отпусти его уже. А он умер. Сейчас отпустит, проверяй. Я не виноват. Ну кто же? Ты все дракон. Все понял. Блять. Говорю, на 20 секунде обновляю. Уже 20 секунд проходит, на 18 обновляю. Он уже знает. Он лучше знает за людей. Не ты за друида играешь. Ну.
Да, тут пол красивый просто. Приятные черепушки. Леха тоже гриппы пока. А чего гриппнуть можно? Да, да, его гриппнули. Ебать, прилег. Я тебе до этого скриншот скидал уже такой. Ну я видел, но он у тебя вообще где-то там на углу лежал. А зачем этого дракона отводят вот сюда? Он же фир дает, типа, чтоб... А он залетает. Он же не взлетает тоже. Мне тут заебись его танчик. Как-то танчили, он там в арк. Ой, блин. Пришел, а тут здрасте. А? Захожу в угол, а тут, блин. Тут встречается, нет? В июне у тебя скоро так же будет. Да. Военкомат приходишь, а тебя там, о, блядь, встречают, блядь. Машинами. Полными. Ну, по сути, это не смешно с одной стороны. А нахуй ты даже чем понимаешь? Да просто... Он туда не пойдет. Ну, у меня там военник на руках, блядь. Отойду на минутку. Нет. Нурик, ты что сказал? На минуту не отпускай. О, хрена он ушел. Ну, блядь, говорите реальное время, на которое отпустите. Ну там, на целый день. Опа, сбили. Да, в это время. Блядь, в любое время тебе все не заставят. Здесь меня не возьмут. О, Кирус, мы видели ваш отчет на БГ. Вы нам подходите. Вы неплохо, может, вы неплохо можете... на коте играть. Пойдите в разведку. Ходите в анвиз. Морские котики стал. Так, я отойду на 30. Ну что захиливаться надо? Чего на 30? Захиливайте! И отходите сюда поближе. А то там стена такая, если за ней будете ближе к боссу, то не дохнет. Мам, нахуй. Погибни, я сдохну. А. Погибни. А, наебал на 15. И тотем еще, и тотем еще. Что это такое? Опа. Выше. Ну вот кто вот здесь вот стоит, обычно она их идет убивать. А вот здесь вот за стеной, вот за этим, вот здесь вот, здесь не убивать. Типа там фрейм уже не ловится. У меня кто-то интересен? Тут стена льда такая. Ну если бы я мог. Что, рыбу ставить? Да, ставить полностью. Так, надо, естественно, Кирус по-любому опасный, чем падает постоянно. Да, я опасный. А, кстати, да, я в Эрдру люблю падать на стену. Поясните, что, как будем действовать. Так, у меня барабаны есть на всякий случай. Смотрите, все то же самое, только на третьей фазе будем стоять. Вот здесь. Огурцы, кстати, поставить. Вот здесь будем ставить. Все окей. Разламываем вторую перед притяжкой, не будем разламывать, остальные разламываем сразу, как танки. Слышь, ты, в прошлый раз, меня в прошлый раз не было. Умничай, сидит. Что? Кто-то что-то сказал, я не слышу. Да, ну, это сказал. Серафим, смотри, тут босс, когда будет притягивать в начале до второй фазы, наземной точнее фазы, ты от этой притяжки должен убежать на лестницу. Бафа. То есть бьешь, отходишь на лестницу, когда всех потянуло. И смотришь еще за стаками. Если на тебе много стаков, там единая херня, короче, с виду, больше 5 нельзя набирать. Просто не бьешь. И все. Потом она вот взлетела, верхняя фаза, она кидает на двух людей две метки. Мы становимся в эти метки, и получается глыба. Пока люди в глыбе, она будет 4 раза плеваться в разные места, там будут видны такие ледянистые, короче, метки, куда она будет плевать. Мы за эти будем отходить, как в Final Fantasy, если играл. За глыбами. Потом 4-я глыба, мы доламываем, опять идем, бьем. На 35% она уже не взлетает, но также эти метки кидают. Эти метки мы будем выносить все в ром. От меток, кстати, надо отходить, если ты не отойдешь, тебя глыба тоже заденет. Uh-huh. И все. Потом на миллион хп где-то уже забьете на метку. На миллион хп метку уже вынесите сюда, куда-нибудь. И мы чисто босса уже будем доливать под Геру. Там сокры дадите все, сейвы. И все. Ты про стаки ему сказал? Да. Смотри, на третьей фазе, то есть на 25%,
а тебе будет постоянно делаться стак, который увеличивает выходящий урон от магии льда каждую секунду на 10%. Чтобы сбросить стаки, надо быть за глыбой. За глыбой постоял, стаки сбросил. Все то же самое. Просто стой, где все. Давайте. Окей, вопрос. Когда отбегать в РДД на лестницу, можно ускорить или типа... То, да, то, обязательно. Главное, чтобы выжить. Главное, чтобы выжить. Легендарские прыжки и все это. И когда притягивают, надо так и делать, наоборот. Танки сами договариваются, по-моему, после каждой глыбы они меняются. Все. Я на пул кинул. Серафим с ним стаку. На эко не стаки, так что не напрягайте хилов. Ты можешь не отходить, а просто не бить ему. Сейчас смотрите, под притяжку. Близко встанете все, когда я скажу. Обжигающий кровь, подошли близко сейчас. Иначе подтолкнет, все, отбегайте. Если есть каски, прижимайте. Барабаны, да. Леха, прожмись, ты сейчас умрешь. Все, прохилите всех. Не забывай танк этот давать. Метки. Быстрее. Походу. Бля. Вот подошел. Этот центр сломайте. Ты близко. Что? Ничего страшного, блядь. Слева падает. Нормально, нормально. Отойди, Серафим, видишь, слева падает бомба. Вот, да. Слева побейте тоже. Стоп, правый стоп. Слева стоп. Правый стоп. Под правый стоп. Заблинаюсь нахуй. Быстрее. Прохилься. Лодка добила, что ли? На третьей фазе, да, всегда, всегда глыбы разбиваемые. Ну это не совсем третья, это вторая. Ну, на второй. А сейчас только две метки. Сейчас только метки. Где? Если на тебе синяя метка, то ты идешь или в печеньку, или в звездочку. Ну там смотришь, где вторая метка будет стоять. А если на тебя метка... Эко не стаки, так что не напрягайся, все вот. Все, если есть, давай быстрее. Я, кстати, аспект могу давать, он не замедляет. Буду аспект давать, так что. Ну, вроде как тика еще урон не был. Апдетали все. На лестнице все. Смотри, Серафим, две метки. На мне. Все. На кирт или кирс? Сразу на себя ходки и на кирт. Все, прям в центре падает. Сразу идите по бокам. Дотки нежелательно вешать на глыбы. Серафим, ты смотри, где падают. Направо отойди, направо, направо, направо. Где я прыгаю. Вот, видишь, просто прячешься от взрыва. Я все то же самое. Все, все. Стоп, не бейте право, стоп, право. Я его тоже не бейте. Вы можете вообще на большой рейндж стоять. Все. Слева чуть-чуть уточни. Там главное, чтобы этот стоял. Все, отлично. Все, добивай. Опять на эко не так, что аккуратно не накопиться, кстати. Беги, малышка, беги! Ускорил. Рабана дал. Блин, ускорил. Она оглушила. Тебя оглушила она? Да, я, блин, канулся сразу. Она не оглушает, она поднимает. Нет, оглушила из-за того, что она спектр включила.
Ну, меня не оглушило по такту, я хз. Ты успел убежать. Понял. 2%. Все перевели. Встаньте прямо, все прямо. Все, под лестницу встаньте, метка в этот уйдет сейчас. Ром, Мирки тоже уходите. Метка вперед, арканас вперед. Нет, вперед, да, да. Танк сбросит стаки, потом убиваем. Аккуратно подбивайте, Мирки тоже. Все, стаки сбросили, все, все. Сбросили стаки, сразу убиваем. Вторая метка сейчас будет. Вторая метка на этой месте уже станет. Забрал. На мне. Эту не бейте. Эту не бейте, да, сейчас обжигающий холод. Все, отойдите, милики, отойдите. Отойдите, потому что вас взорвет сейчас. Все, взрыв, теперь все, сломайте. Метка, быстрее. Нет. Иди скид. Отошел. Ну ебать. Разбивайте глыбы все. Да, все глыбы, сломайте быстрее. Лёха. Все глыбы, три глыбы быстрее разбивайте. Пока все глыбы разбейте. Еще две быстрее, в сторону глыбу. В сторону отсюда, все. В сторону, 15 метров. Сюда, сюда отойди. Забрал. Разбивайте быстрее глыбы, все только глыбы играют. И теперь вот эту, за ней скидывайте стаки. Быстрее разбивайте ее, следующую в ромбик. Метка, давайте ромбик. Блять, на мне. Бегу. Дубовую прожми, и мишку. Все, сбрасывайте стаки, сейчас обжигающий будет. Нет. Сломайте стаки. Не, сейчас будет скоро. Сейчас пишет будет. Секунд, да. У меня пятый стак ушел. Сломайте быстрее сейчас. Быстрее, 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 быстрее. Все, меняемся. Меняемся, я пристал вперед. Сейчас обжигающий будет. Эту не бей. Обжигающий. Сразу разбивайте. Вот хлопнуло, разбили сразу, моментально. За секунду. Быстрее все дали тычки. На мне. Туда же. Забрал. Ага. Ломайте. Сразу ломайте, мы даже босса бить уже. Быстрее просто хилить надо жестко. Че там до берсы, у меня таймера нет. Три берсы еще 3 минуты. Нормально, ну все, только спокойно играем. Нет, двигал. На фул его захилить. Сейчас скину. Обжигающего уже нет, сразу ломаем. Кирту убрали, да? Нужны. Есть имер? Сейчас. Бля, один. Иди скидывай, иди скидывай. Не заморозься тут. Подал инер, дай вот. Дайте сбросить стак потом. Дайте сбросить стак. Стойте, не бейте. Дайте сбросить стак танку. Обжигающий холод сейчас еще будет. Да, на этой глыбе будет. Вот на этой вот. А я влево от. Вот за друида бегите, вы уже должны вот здесь стоять. Сейчас притяжка. Вот, притянула вас. Убегайте быстрее. Друидиску ломаем. Забирай, дай Геру. Так Гера была. Ломаете, нет? Я экономер. Ломаете быстрее, а вот я... Не, ложиться надо. Видишь, в чем трудность? Маг настакал освобожденку, там Киртл или кто издох. Вы когда на второй фазе находитесь, у вас два хила. Тут очень тяжело все. Им надо и за глыбы выглянуть, танка захилить. У вас классы все не хилящиеся. Вы если получили освобожденки стак, маг, там, лог и этот ДДшники, милики, вы должны 0 стаков держать. То есть получил освобожденку, не бьешь вообще, ничего не делаешь. Жезлом глыбу побить. Если, ну, хилы не справляются, видишь, им тяжело вообще. Что-то мы ее долго бьем во второй фазе. Ну так-то да. Ну потому что разные метки у нас. А кто прям в нас? Не, там, кстати, баг был. Метка баг? Стояла, да, в рамбу, а она почему-то в РДД кинула. Нет, это я там был, я отпрыгнул назад, но она все равно задела. Потому что, получается, меня освободили, и я сразу отпрыгнул, потому что мою метку пошли люди. Тогда баг. Пусть определенные люди тогда бьют всегда метки, и все. Все милики только будут. Милики, по сути, нужны. Да. Но там пусть только милики бьют. У Фурика прокает его вихрь, и он может нечаянно сломать. Ну пусть он не нажимает этот вихрь, и все. На третьей фазе.
Подбиваете и оставляете где-то 30%, когда после обжигающих сразу ломать мы могли. Да. Я не знаю, ну тяжковато. Хилы как вам, заебись? Фу, я знаю. Ну вообще, что-то тяжко. Ну вот, может и кто-то есть проходка, кто зайдет на хила. Я могу зайти еще одну на хила, только у меня вдруг. Только ну есть. Так это заебись. У тебя проходка не надо на хамта? Не-не-не. Ну, если а типа... подожди, на хамта? Мне же только для проходки королич же нужен, да, только? А я не знаю, блядь, сейчас я не знаю, заломан, что там требуется. Или фул босс, или только лич. Падение королича нужно. Короля все. Надо убить, да, только. Отлича убить и все. Ну смотри, я просто не знаю точно, как там работает. Не, ну думаю, мы справимся вдвоем. Ну смотрите. Так-то а, справляем. Там все залы закрыты. Да, надо. Да, там все вот именно сточек. Да. Ну нужна на ханте, мне, конечно. Ну типа, то, вы можете справимся. Справиться, просто это надо реально понимать, хилам очень трудно. Вот маги должны очень осторожно играть. По вам дамаг идет. Не, ну еще и босс как-то очень медленно садится. Это, да, да. Это не страшно. До берсы 3 минуты, и если вы будете падать, типа, стараясь... Как он, ты геру не давай. Но у меня мана не бесконечная. Имор будут давать, наверное. Не знаю, сложно. Есть у кого маны эти баночки синие? Дайте я канал. Так они у меня есть, я их пью. Тоже все мало. Равно не помогает, да? А у тебя инжа не прокачан, да, Эко? Если джикс есть, поставьте с банка. Ты, значит, ты этот самый, кидай синюю джагу протопалом и бей автоатакой босса. Ну, только сильно много охлаждения на стаке. Так, немножко. Я синяя всегда бью. А, ну и фросты, по-моему. Может, это автоатаки с фростовская тоже херня будет прокать у фростмага, типа на реген мана. У меня есть вот это на реген мана. Блять, я удалил рекаунт. Ну что-то там должно резать. Ну, типа автоатака. Там же и близко к боссу надо стоять, чтобы успеть отбежать. Просто автоатака его подбивай. Немножко порегенить. Ну почти все нормально было, только метки запутались. Экон сразу Геру не давай, Геру на миллион хп надо. Чтобы мы чисто уже метки разбросали и добурстили босса. Все, все готовы. Там главное бурстить босса начинать только после того, как притяжка прошла, чтобы потом в притяжку не воткнуться, а то можно лайпнуться на 200 тысяч. Что, там все готовы? Я готов. Еще раз. Все готовы, да, добавим. Крикни на ап, Серафима, в конце можешь на хп на крик. Хотя на ап тоже. А, блядь, у меня плед не оптил. Барабаны, да. Да, не стоит, наверное, давать этот дух. Все, больше не надо. Потому что у меня вот стаки спали только что, и сразу повесилось это. А, это из-за того, что стаки спали, да, у вас? Да. Ударило. Понял. Все, хорошо, не буду больше давать. Все на правую ставьте, сейчас ударим. Вот так есть. По левой стоп, 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 стоп. Стоп. Просто подальше отойдите и все. Вы не убейте. Все, последнее. Охуенно. Блять. Ну, вот вылетел.
Поближе станьте РДД, чтобы не так. Нет, все правильно сделано. А что ты не сделано правильно? Все правильно. Смотрите, справа, слева летит прям. По праву идите. Сейчас убьет. Барабана, да. Молодец, 5%. Сейчас воздушная фаза и сразу. Подготовьтесь морально. А, не успеет зацепить, походу. Не успел зацепить. Все, пирамидку сразу ломаем. Пирамидка. Не освободи. Сразу сломали все. По второй метку аккуратно. Вот. Вторая метка вперед. Прохитьте метку быстрее, она сейчас умрет. Танк. Бля, я сейчас сдохну. Все, заметку стали. За этот. Сбросьте стаки быстрее. И сломайте. Сбросьте стаки, сломайте. Кирус. Да. Дубовую кожу и форму принесла. Можно брать. Еду. Сразу ломайте, миликин, сразу ломайте. Вот это. Там следующий сбросит. Еще на следующий сбросит. Нет, быстрее иди. Все. Сейчас смотрите, притяжка будет. Станьте рядом. Не сейчас, мне не показывает. Нет, ломайте сразу. Сейчас следующая метка будет. На следующий будет. Да, следующая притяжка будет. Добрый. Все, следующая метка иди. Форму прими. Я дубовую. Хорошо. Сейчас будет притяжка. После притяжки там, не там ломайте пока. Печать на свет. Не ломайте. Там, джагу желтую нажми, прям хильси посильнее. На меня кинуло? Не вижу. А. Сейчас вот его быстро разбивайте и туда же. Быстрее. Нет. Я сюда вот еще метку положу. Отойдите от меня. Все. Ломайте сразу эту метку. Сейчас вторая метка туда же поставится должна. Сломали? Быстрее, эта же метка сюда же ставится. Киртл. Сразу же ломайте эту метку. А там стаки улегался. Пофигу, докопи до конца, ты уже их не убросишь. Все, дайте Геру, будешь с ним метку, в другое место выкиньте.
Ладно, пусть там. По последней, за последней, за этой скиньте стаки все. И потом. Да, все скидывайте, все, и потом пусти. Тут разбиваетесь. Давай там массакру на протопале отдавай. Я уже все отдал. Все, иди чить. Давайте уже 500к просто до конца добиваем, пофиг вообще, на все. Все нормально разыграли в ГЦ. Да, лучше всегда так убивать с первого трая, чем, блять, в одного там что-то экспериментировать, ну, зато все кто не придумает. Все, там осталось было бы сломать. Может, надо. Хотя плечо неплохое, если. Нансет. Что? На хапало тебе нужен плечо такое? Да, посох, посох с леча, если выпадет, если на ловкость, это... на ловкость выпадет, я буду рад. Я тоже буду рад, ты чё? Пошла конкуренция, пошла. Стойте, не бегите. А, она улетела сюда. На верхний ярус и в центр. Верхний ярус и в центр. Я аспект включаю. Только на Валькирию не наткнись, там сразу в центре портала будет. Поломаляет он, брат. Слушай, ну я не последний знаю. Последний раз как... я его на экстром видел. Как здесь лучше убить? Как здесь лучше убить? Ну как тогда, наверное. А как так мы тогда били в два танка? Ну да, два танка. Два танка и три хила. Ну три хила там не надо. Ну смотрите, сейчас ДЦ нету, как бы. Ну, да, вся проблема будет в том, что если люди на скрине разбегаются, и вот нужно это вот Рошама, допустим, в одну сторону пустил волну, этот цепуху. 4 цели захилил там, а в другой стороне челики могут быть заражением. Проблемно может их поднимать. Тем более, если ты захилишь, если я даже не знаю. Третьего хила у нас нет. Ну, третий только если в одного танка идти. Ну, попробуем, давай сейчас посмотрим, как оно будет хилить. Сейчас, Сек, мне дверь надо будет открыть. Так что... Ваня, блядь. Что за чёрт? Фоткается, что ли? Эх, капец, весь фон засрал. О, если посох ловкость убьет, я так рад. А мага тут что там? Ты будешь рад, даже если я его сраю? Нет. Хотя тут арбалет может упасть еще лучше, чем есть у меня. Расставьте метки пока. Да, не обязательно. Да, кстати, Гера еще когда? Ну все, мы платите... Сисо дам, тут у нас все привыкли по меткам, как играть тут. А чё вам какие надо метки? Где стоять, что ли? Ну тут Серафим мне звонит так. Так всё, я тут. Там какой-то в танке уже? Да я и не спекался с ним. Серафим, смотри, если на тебе чумная болезнь, как она называется? Мертвящая чума, ты подходишь к танку, тебя диспелит он сам, который держит шарка еще мобов. И все. Не к войду, а к танку. Танку держит моба, ты к нему подходишь, он себя диспелит и уходишь. Дальше бьешь лича. Все. Это первое, что надо. Потом перефаза. Да. Потом 70% хп, перефаза, нам надо будет сюда уйти. Будет леденящая боль. Мы сюда уходим, духов убиваем. И шарка еще хуже там добиваем. Краю. Все. На второй фазе там будет лужа, надо будет отбегать сразу. Они сразу разрастаются. Все, я запускаю, все готово. Потом там лужа еще же будет. Свернение, если его просто выносишь, если на нем прыгать нельзя будет. Там просто будет команда разбегаться и все. Просто разбегаешься. Серафим, я запустил. Все. И когда закидывает там это... В мечте ты рассказали там? Если да. Закидывают, ты просто бьешь и сбиваешь каст. Ты в этом вармсе? В вармсе, да? Он в фурике. Он сбивать сможет после. Да. У всех есть чем сбить, короче. Там это зуботычный. Самое главное на третьей фазе на мобах не умереть, когда там хлопать надо будет. А даже мы в три были. Слушай, а мне интересно, вот на ханте, если во время каста заражения притвориться, по тебе заражение пройдет или нет? Нет.
Не пройдет? Спадает агро, а эти диспелы не проходят. Ну, я могу попробовать, конечно. Но сомневаюсь в этом. Потому что в ПВП ни одна болезнь не проходила. Заражение. Чума на ком-то сейчас. Чума побежала, быстро двигался. Какие там комы, не пойду спалить просто. Все? Осторожно, полный. А лич кривает перед собой? Нет. Чума быстро. Шаркающий сейчас второй. И уже мелких не бери, просто два шарка. Бля, вот эти маленькие, но мне постоянно. Чума сейчас последняя. На маленьком, на вот этом сейчас поставлю метку. Кружок, забери его, кружок забери. Стаунти. Все, пошли. Забери, все, еще, бежали, забери. Бежали. Это трэш кливайте просто. Только не подходите туда близко, на вас чума здесь появится. Шарк еще. Не подходите, да. Все духа бьем, от того трэша это. Духа, 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 ребят. Тот трэш сам умрет. Ледяные сверки бейте, ребят. Кто там бьет? Кто может это бьет? Вообще этот трэш надо было закливать. Потому что чем дольше чума перекидывается на лече, вон конденсатор чумы, видишь, сохраняет. Он просто лупить сейчас сильнее будет. Ну, для 25 гер это критично. Побежишь так в центр леча танчить, не тебе ёбнется две печки. Диспел себя. Сейчас будет обваливаться это. Забегаем. Забегаем. Забегаем, забегаем. Сверху, сверху. Не беги на нее. Сверху. Да я пытаюсь убежать. Все, в центр подошли теперь. За танком. Перед мордой духа не стойте тут. Духа быстрее закрылась. Очень больно бьет. Меня схватило. Вальку убьем. Видишь, как лич под стаками вот этот он мне бьет. Да, вальком. Больно бьет. У меня таймера осквернения нету, но типа выйдите. Осквернение, сейчас, 2 секунды. Отойди. Осквернение на ком, это шлиц. Красавчик. Сейчас, короче, будут вторые вальки, они сразу хватают валька через секунду осквернения. То есть уже можете... РДД уже рейндж держите, да, на краях. Вот, полукругом встаньте. Миликом там за 5 секунд скажи, чтобы они на кольцо тоже выбежали. Там еще 5 секунд до вальки. Осквернение. Все, выбегаем. 8 секунд. Осквернение 4 секунды. 3, 2, 1 секунда осквернения. На ком? У меня валик схватил. Все, сейчас осквернение и потом валик. Валик схватила. Ломайте валику. Вот сейчас смотри. Это хила схватила, да? Да. Ну, хорошо, захилили. А сейчас мы, короче, на краю остаемся. В центр никто не заходит. Уходите все с центра. Надо сейчас осквернение сначала, а я потом уже будет. Идем. Только рассоситесь друг от друга. Осквернение 5 секунд. 4. Да, мне инор нужно. Путь кучно не стойте. Да. Как лужа разольется. В КД. Все, я теперь, могу. Теперь сбегаемся. И сейчас заражение захильте на магах, сдохнут. Маги, маги, маги сдохнут. Быстрее, быстрее.
сюда в лича вставайте за спину. Где чего там стоит? Все, пошли вальку бить тоже. Меня схватили. Короче, дал Т4, давай, друид, похили возражение. Быстрее разбивайте вальку, там хил. Возражение, это. Шамана захильтесь, он в вальке, он, блядь, сдохнет сейчас. Сука, ну дайте зуб. Хорошо, осквернение, одну секунду, быстрее. Реса у меня нет. Блядь. Вот, вот и вся проблема. Блядь. Заходите, заходите в лужу, блядь. Ну только такие моменты, когда хила, вот видишь, два хила, вроде бы нормально, а хила хватает, и второй хил он не поднимет никак. Ну, бля, я не знаю, если в одного танка пробовать, в принципе, возможно, просто уешить ширкари и все. А чуму куда скидывать? Чума просто, она диспелится, вот как мы стоим все за спиной лича, так диспелится. Просто появилась на человеке, диспелилась. Попала на трэш, заебись. Попала на человека, еще раз диспелишь и все. Но он так не будет бесконечно прыгать? Ну не бесконечно, у него 3 стака. Так что да, блять, наверное, в хила лучше тебе спекнуться. Попал. Ребят, вопрос, а если мир КД на десятке есть, я могу репо фарм ходить или нет? Нет. У тебя же босс убит уже. Хер с ним, ладно. Лёха, у тебя танка нет хоть какого-то? Нет. Не знаю. Валька, назад, 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 назад. Назад, назад, беги, назад. Прилетит после нас. Нет, его бэмба. Сюда. Сейчас, сейчас она еще сюда полетит, по-моему, нет? И сейчас она еще назад полетит. Сейчас обратно. Серафим, у тебя вообще никакого танка нет? Да сейчас, сейчас, сейчас заебашим. Не, просто спрашиваю. У меня есть 230 танк. Ну нормальный танк. Не успех, коня. Так он может полететь сделать. Да похер, у нас уже времени нет. Какой смех. Да. Был бы у нас прежний состав, закрыли бы. Ну, видишь, ВП не пришел. Опять масла обновите, фласки. Запускай, пока пускай он спускается, то скоро уходить надо. Угу. Последний правильный. Лёха тут, а он что-то там писал 10 минут. Тут, да? Типа осталось 10 минут, он умеет. Просто сейчас все в кружке стоим и всё. Неужели прибыли наконец? Чё, в 3 хила сейчас мы, да? Да. Выхода нету. Тяжёлая ситуация, когда хила хватает, того же шамана схватил и всё, пиздец. Ну да. Ребят, на армса такой топор подойдёт здесь? Да. Только зачем? Крита нет. И, ну, можешь, брат. Играть преимущественно через лича. Вот, и смотрите на шаркрей тоже. Их тоже надо играть, но смотрите, какое количество огромное у них. То есть поосторожнее с этим. Это Леха горнобные. В принципе, под шаркрей оставляю на пол там. Хоть немножко. Леха. Есть горн. Горн обнови. 7 секунд. И этот, Ваня, крикни. 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты не... Получается, да. К тебе выносить, давай. Просто в кружке все встаньте, вот эти РДД все. Кружок, видите 3D-метку? Вот сюда встаньте в него, спину лича ровно. Все РДД, хилы, все встаньте в кружок. Видно, нет? А Ханту неудобно там стоять. Ну, только Ханту 5 метров сзади. Все, а мне? Мне стоять, да? Диспелиться просто.
Все. Под мордой не стоять, под мордой не стоять у этих петухов. Духа сюда, духа сюда, духа. Духа подведите. Я уешьте всю духу. Чему дискорд? А уешьте. Блять, она тупо перекидывается. Я не могу. Да, просто пока дайте спалить. И шары не забывайте, чтобы долетать, не долетали. Ставьте на РНЖ друг от друга, чтобы скинулось куда-то. Да, неплохой вариант. А то так, сколько там стаков прилично, может быть, 30. Скеруса дискаут. Скеруса сними. Подальше друг от друга встаньте. Место же есть. Не хотите двигаться совсем. Керус, встань подальше. Вы рофлите, что ли? Вот двигался Керус. Да, блять, саунд ко мне под... Что я тебе сделал? Бежали. Диспальте, а то умрёт. За 8 стаков. Всё, всё. Ебать, там на личе 60 стаков, нахуй. Осветили. Вальку бейте. Восклонение 8 секунд быстрее. 6 секунд. 4. Добежали. Одна секунда. Друг от друга. Блять, как? Ну кто-то в луже стоял. Ладно, блядь, это было круто. Ну... Добьем потом, наверное. В понедельник, может, добьем, если 16.00 собираемся. Да, пораньше немножко. Там и ВБ придет, но... Чё, расход или чё? Да, расход. Понял.